Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель. В этом видео будем с вами разговаривать по поводу межпланетарной логистики. Как, собственно, все это дело перевозить, зачем это нужно и в каких случаях это дело все использовать. Обо всем подробнее далее. С вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, осмя контент. Поехали! Начнем с того, собственно, зачем это нужно. А очень просто. Вот, допустим, ваша стартовая планета, и в чем, собственно, ее прикол. Тут нету, скажем, ни титана, ни кремния, и это дело как-то нужно делать. Хорошо, с кремнием мы еще можем разобраться, и с камня, и все остальное, но вот с титаном будут проблемы. Так вот, рано или поздно вам это понадобится для производства желтых кубов. И тут придется перелетать на другую планету, все это дело настраивать, что это работала в автоматическом режиме, и у вас не было проблем. Давайте перейдем к тому, как это дело, собственно, сделать. Естественно, с наскоку не получится. Нужно изучить данную технологию. Вот ваше древо технологий, и здесь находится вот она. Interstellar Logistics System, то есть межпланетарка. Получается, сама станция, которая производится из, ну, таких сказать, дорогостоящих компонентов. Если хотите отдельное видео по компоненты, как их создавать, различные там, не знаю, чертежи, сборки того, как лучше все это построить, то пишите об этом в комментарии. И, естественно, открывается корабль, который все это дело будет перевозить. И после этого, друзья, ставим эту штуку, и сейчас я вам все подробненько покажу. После чего выстраиваем какое-никакое производство того, что мы будем вывозить. В данном случае это титан. Естественно, видим сюда, тут мы его делаем и ставим данную станцию. Таким вот образом. Подвести мы можем к ней лишь 4 различных ресурса. То есть с этой стороны, с этой стороны, с этой стороны. Но хранить она может гораздо больше. Выбираем то, что мы хотим. Мы хотим, чтобы у нас это был титан. Все, отлично, прожали. И не забываем то, что этой штуке нужно еще зарядиться. После чего завозим ресурсы. То есть просто-напросто берем, завоз раз, завоз два, ну 3 или 4. Завести вот так вот не получится, то есть только посередке. И, как видите, пошло наполнение. Ну и, собственно, зарядка потихонечку тикает. Ну вот, потихонечку загрузочка пошла, энергия есть, теперь закидываем сюда непосредственно корабли. И они полетели. Но не все так просто. Нам нужно построить еще второй, который будет все дело принимать и поставить кое-какие настройки. Сейчас покажу. Кстати, если хотите, можете полететь, грубо говоря, рядом с ними или даже увидеть их в космосе, потому что, ну, на карте все это дело у нас, естественно, отмечается. Кстати, вот, пожалуйста, летит рядышком. Можно еще ближе, но у меня немножечко просела энергия. Но поверьте, видно будет. Теперь мы находимся на планете получателя. Что мы делаем? Мы берем, ставим эту штуку так, как нам удобно, так как мы ее будем использовать таким вот, скажем, образом. Поставили. После чего нужно настроить эту часть. Мы выставляем то, что хотим сюда, вот это. И по поводу вывода. Берем таким вот образом и ставим. Но сразу у вас поставить не получится, у вас с этой вылезать из него, собственно, не будет. Нужно, внимание, поставить именно нужный нам, так сказать, материал. Просто выбираем так на таб, чтобы был титан, и вывозим. Но мы вот все это дело поставили, и как бы, ну, ничего не летит. Нужно сделать следующее. Смотрите, возвращаемся сюда и меняем. И, как видим, поперло, поперло, идет и продолжается. Давайте-ка посмотрим карту, что у нас там происходит. И, как вы можете заметить, орава наших кораблей вылетает и везет нам необходимые нужные ресурсы. Данная механика позволит вам облегчить жизнь очень сильно, потому что перечить отсюда и застраиваться здесь исключительно ради титана и так далее, это, ну, плохая идея, скажу честно. А перерабатывать камень в тот же самый кремний тоже идея плохая. Все довольно просто и все прекрасно работает, вам всего хватит, поверьте. Но если не хватит, поставьте больше корабля, они будут заряжаться за счет энергии данной установки.
А у меня на этом все, друзья. Всем спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмахайте колокольчик. По этой игре будет выходить довольно много видео в ближайшее время, потому что я ее сейчас, можно сказать, прохожу на стримах и разбираюсь. И некоторые моменты сейчас, которые довольно серьезные, будут выходить в ближайшее время, а более простые видео по поводу построения, производства чего-либо, ну, чуть-чуть попозже, я думаю. В общем, все будет понятно со временем. Плюс будут ссылочки на социальные сети, такие как Инстаграм, группа ВК, Дискорд сервер, Телеграм-канал, пожалуйста. Можете там общаться друг с другом, есть различные чаты, плюс плейлист по этой игре, конечно же, тоже будет в описании, так что никаких проблем. С вами был Кисель, дорогие друзья, всем до встречи и пока-пока.